никаких ритуалов нет особых совершенно. И я не люблю никакие ритуалы. Единственное, что мы делаем, перед выходом на сцену актер копит энергию. Я научил этому тоже Аню, что никаких пустых разговоров лишних, никаких приемов, никаких встреч, никаких интервью, ничего. Все эмоции, все силы должны быть сконцентрированы на прямой эфир. В Москву он больше не вернется, оставил только карточку свою. Я, честно говоря, не знаю, расстраиваться или радоваться тому, что вашему развязному хулигану я не поверила. Я, видимо, рафинированный хулиган. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тихо, тихо, тихо. Стоять. К сожалению, в воскресенье у него поднялась температура. Я могу сказать, что он, конечно, очень геройски поступил. Он пришел на тренировку, он заходит. Лица нету, сил нету, еле дышит. Тем не менее, с того, что мы делали, оно действительно, он старается. Он действительно старается. Вот как бы ему плохо не было, он поднимается, говорит: Аня, давай. Так, давай. Ань, давай сделаем это. Мы будем танцевать, чего бы мне это ни стоило. Ниже, ниже подбородок. Да, из-под лобья смотрите на меня. О! На этой неделе мы танцуем по саду. У нас танец из фильма «Звездные войны». Взяли меч. Побились со мной, скрестили меч. А раз, два скрестили. Я принцесса Лея, он Дарт Вейдер. Пам-пам-пам-пам, парарарам, па-пам-пам, парарарам. Пам-пам-падам-пам-падам. Плохо уложилась партия, давай. С чего? Сначала. Сначала. Ничего. Откроется еще второе дыхание. Нам еще есть что подсветить. Дыхание, а у нас рты. Браво! Я не стесняясь кричу браво этой паре. Джордж Лукас уже выехал к нам сюда. Сергей Васильевич, это было нечто. Идите же ко мне, Сергей Васильевич.
Браво! Вы слышите эти крики? Это кричат люди, которые никогда не смотрели «Звездные войны». Браво вам, Сергей Васильевич! Сергей Васильевич, скажите мне откровенно, вот каково было почувствовать себя в роли абсолютного зла? Я абсолютное зло? На самом деле, этот герой совершенно замечательный, он любимый, из культового фильма. Он сказочный герой. Мы с вами один и тот же фильм смотрели? Да, «Звездные войны», конечно. Но это же сказка. Повелитель звезд, повелитель космоса. Эти звездные войны, эти звездные баталии. Он храбрый, он бравый, он прекрасный. Но иногда приходилось пускать молнии из глаз, чтобы покорять представительниц других планет, принцессу Лею. Но там же была и любовь. В то же время. Там и война, и любовь, и война миров. У меня только один вопрос. Где там? Я хочу попасть на эту планету, Сергей Васильевич. Ну, вы, наверное, читали еще «Войну миров» Уэллса. Правда, «Звездные войны» не по этому произведению. Но я помню, на меня колоссальное впечатление произвел именно роман Уэллса «Война миров». И, собственно, вот это я хотел показать. Мы с Аней как могли воплотили в этом, это в своем танце. Но здесь нет зла в сказках. Ну что, Баба-Яга — это что, зло, что ли? Сергей Васильевич, Баба-Яга — это добро, я с вами согласен. Но вы знаете, что я хочу вам сделать комплимент. Если абсолютное зло выглядит так, как вы сейчас показали его в танце, то я абсолютно спокоен. Добро всегда победит. Это здорово. Спасибо вам огромное. Ну что ж, что скажет наш звездный совет? Учитель Йодораду, прошу. Это невозможно смотреть. Это лучший комический номер всех времен и народов. Вот, а тут говорили про мировое зло. Боже мой. Я не знаю, абсолютное зло, добро, но это абсолютный комизм, абсолютно точно. Сергей Васильевич, танцы так и не появились, но это очень смешно. Замечательно. Мне так хотелось вызвать именно такое состояние зала, такое настроение и у вас в том числе, и у себя. У меня у самого прекрасное настроение. Огромное вам за это спасибо, Сергей Васильевич. Идем дальше. R2D2 Таня, прошу. Сергей Васильевич, конечно, это не «Звездные войны», а «Звездные войнушки». Но я вам хочу сказать, высокой оценки вы от меня не получите, но да простит меня Джордж Лукас, вы получите мои смс-ки. Я уж высоких оценок от жюри, честно говоря, и не жду, потому что знаю, что последнее место нам обеспечено. Да нет, вы танцуете как бог, Сергей Васильевич. Это говорю вам я, человек, который понимает что-то в таких танцах, поверьте мне. Идем дальше. Люк Скайуокер Яко. I'm gonna tell you something. Ну, я вам одну вещь скажу, только вы не обижайтесь. The funniest gossip I've ever heard about самая myself. Самая смешная сплетня обо мне, которую когда-либо довелось мне слышать, это то, что я пришелец с иных планет. I think they could say the same и я думаю, you, что о вас можно like сказать то же самое, потому что вы танцуете like как пришелец. Обо мне, Яко, это уже даже не сплетни, обо мне это говорят и пишут постоянно, по-моему, с того момента, как я вообще появился вот в публичном таком, что ли, обсуждении на сценах, на телевидении. Сергей Васильевич, я хочу вас порадовать. Вы с Яко нашли друг друга, теперь сможете скоро улететь домой. May the force be with you. Да пребудет с тобою сила, джедай. Спасибо. И Наталья. Я не знаю, что мне говорить. Мне очень трудно было дождаться, пока скажут вот мои коллеги. Я очень не люблю говорить четвертой. Вот. Анна, я поняла. Вы ушли от Гитлера к пришельцу. Вы очень похожи сегодня на Еву Браво. Правильно? Вот. Это был прекрасный номер. И я, все, у меня нет комментариев, потому что все мои комментарии забрали. Это возмутительно. Вот. Я так и поэтому не понял, от кого куда ушла Аня, но продолжайте, Наталья. Я повторю слова Денисовой из первой, самой
самой первенькой программы. Сергей Соседов сегодня гвоздь программы. Так вот, гвоздь, гвоздище, гвоздей не бывает. Гвоздеев первой династии Соседовых. Браво, это очередная победа. Сергей Васильевич, вы видите, что вы сделали с Натальей. Друзья мои, давайте поаплодируем. На мой взгляд, это было просто великолепно и запоминающееся. Ваши аплодисменты, Сергей Соседов и Анна Олефиренко. Таких аплодисментов давно не было. Сергей Васильевич, я одно знаю, что вы непобедимы. Вот и все. Мне уже не терпится просто, какие оценки поставят наши судьи. Не хочешь ничего у меня спросить? И судьи что-то тоже даже не знали, что говорить. Все так. Ты и так знаешь, вы для меня... Удивлены, восхищены, что не хватает уже слов ни на вопросы, ни на ответы, ни на комментарии, ни на что. Я тоже восхищена. Вы для меня непобедимы. Вы для меня самый лучший, вы же это знаете. Зачем я буду повторяться? Мне вот интересно уже, какие оценки поставят нам наши судьи. Ирочка, скажи-то мне по секрету, Дарт Вайдер-то удался мне? Удался. Мне было интересно. Я вам, вот возле меня, вот вы когда танцевали, возле меня никого не было, понимаете? Все вот там, вот из балкона вот так вот выглядывали. Я даже, у меня не было даже возможности посмотреть. Я вот смотрела в телевизоре. Аллея-то, Аллея какая отважная. В конце номера что сделала? Ох! Ваш номер был прекрасный. Вот и все. Давайте мы посмотрим, будут ли такие оценки прекрасные. Десятку! Да ладно. Не знаю, что с вами поделать. Полновесных 6. 6. Только за актерское обаяние. 6. Да, не густо, не густо. Жалко. А танец Кривошапки-то оказался сильнее моего. Только вот чем до сих пор не могу понять. Там вообще ничего не было. Туда-сюда и все. Ну вот так. Я уверена, что вас поддержат наши зрители. Давайте мы посмотрим на то,